Эль-Араби появляется на поле, и с его участием будет сразу несколько моментов создано довольно интересных по ходу этой встречи. Ну, а так забивает Карим Бензема, наверное, лучший игрок Реала в этой встрече. Голевые передачи он раздавал, ну и здесь забил. Мы отметим снова, конечно, как здорово сыграл Криштиану Роналду в этом эпизоде. Очень изящный пас пяткой. Прекрасно он видел маневр Карима Бензема. Он, конечно, стоял спиной, но вот перед тем, как получить...